Телевидение Северной Кореи показало испытание баллистической ракеты. Она была запущена с подводной лодки, якобы еще в декабре. За стартом лично наблюдал лидер страны Ким Чен Ын. Эксперты уверены, Пхеньян хочет продемонстрировать военную мощь. Но подлинность кадров многие ставят под сомнение. Не исключено, что это компьютерная графика. Напомню, нет уверенности в том, что на днях республика действительно испытала водородную бомбу. Специалисты считают, это был ядерный взрыв. Но в самой Северной Корее отмечают с размахом испытания именно водородного оружия. В честь этого в центре Пхеньяна прошел многотысячный митинг.